Яркими и эмоциональными получились выходные для сотрудников предприятий и компаний «Норникель» из Мончегорска, Печенского округа и Мурманска. Уже традиционно они собираются на товарищеские спортивные игры «Заполярная осень». В зале, чтобы выявить лучшие команды, а за его пределами пообщаться и узнать коллег получше. После заслона остановите этого игрока. На работе отзывчивые и надежные коллеги, на паркете соперники. Сотрудники компании «Норникель» в сентябре традиционно собираются на товарищеские встречи за полярная осень. Этот год не исключение. Анатолий Петрунин в турнире по пулевой стрельбе, хоть и участвует в третий раз, навык специально не оттачивает. Признается, умение осталось детством. Попадать в мишень сейчас помогают твердая рука, хладнокровие и знание одной хитрости. Ни о чем не думаю, просто спокоен. И главное стрелять во время паузы стука сердца. Когда лежишь, настроен, ты слышишь. Самых метких выявляют среди сборных Мурманского транспортного филиала и Печенского округа. Стреляют из упора лежа, из малокалиберной винтовки. 5 пристрелочных выстрелов, 20 зачетных. Расстояние до мишени 50 метров. Решающую роль в этом деле все же играет опыт, уверяют специалисты. Возможно, он и немного удачи помогли сборной из Печенского округа одержать победу. Нешуточная борьба на паркете развернулась между сборными по баскетболу «Мончегорск» и «Мурманский транспортный филиал». Мячи летели в корзины двух сторон. Игроки атаковали, не жалея ни себя, ни соперников. Но мончегорцы все же выбиваются вперед. «Мончегорск, как всегда, у них сильная команда. Против них всегда играть непросто. Вот они быстрые, попадают хорошо дальние броски. Перехватить преимущество мурманчанам не удается. Мончегорцы выигрывают эту игру с большим отрывом 86-41 и сам турнир по баскетболу. В целом, да, игрой мы довольны, учитывая наш нынешний уровень сложности. Наверное, это сложности общей поездки, как бы, да, подсобрать людей. К сожалению, далеко не все смогли поехать по разным причинам. Этими видами спорта заполярная осень не ограничилась. Медали также разыграли в соревнованиях по волейболу, мини-футболу и шахматам. Элина Шагенова, Максим Кравченко, ТВ 21+.